это такое творится, когда даю остатки со стола. Там меня спрашивали, что такое остатки со стола. Это остатки гарнира в основном. Это рис, вермишель, гречка. Вот что-нибудь из этого. Остается картошка, допустим. Вот все здесь. Вот, смотрите, видите? Рис, гречка, картошка. Вот такие остатки со стола. Старые курочки тоже получили остатки со стола. Это их любимая еда. Драка с квочкой. Бывшей квочкой. Вот так вот все набрасываются на эту еду вкусную. Это гарниры, каши или вермишель. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним раз в несколько дней. Это бывает через 4 дня, через 3 дня, если нужно. Через 5 дней бывает. И вот сегодня очередной раз я приехала. И сегодня у меня небольшой план работы. Практически сегодня делать ничего не надо. Воду я поменяла, чистую поставила воду. И у молодок, и у старых. И мне еще нужно, самое главное, для чего я сюда приезжаю, это собрать яйца. И сейчас я буду это делать. Корм насыпать я сегодня не буду, потому что вот эта бункерная кормушка была заполнена 4 дня назад, полная была. Корм у моих кур есть всегда. И сегодня я даже не буду пополнять эту кормушку, потому что в ней еще есть зерносмесь. Если хотите, то могу вам показать. Вот. Смотрите, зерносмесь еще есть. Ну, конечно же. Так, выходите, выходите. Выходи, выходи. Все, и зерносмесь я сегодня насыпать нигде не буду. Бункерная кормушка у моих кур есть и на улице, и в помещении. Так. В помещении сейчас покажу вам. В помещении у них есть бункерная кормушка тоже с зерном, с зерносмесью вернее, и бункерная кормушка с кормовой ракушкой. Меня часто задают вопрос по поводу кормовой ракушки. Кормовая ракушка есть у моих кур всегда. Вот она всегда стоит в этой кормушке. И куры ее всегда могут покушать. Кормовая ракушка хорошо влияет на формирование твердой скорлупы, ну и помогает переваривать зерносмесь. Она перетирает зерносмесь. И поэтому зерносмесь хорошо усваивается. Вот. Ну, давайте соберем яйца. Посмотрим, сколько мои куры нанесли яиц. Так. Яйца все вот. И еще отсюда, с этого вольера, было отсажено 4 курочки в теплицу. И еще пойдем посмотрим в теплице, что нам снесли эти курочки. Все, я собираю. Собираю яйца. Ты давай несись, а не подглядываешь.
собираю. Заметила. Видите, а если бы не было таких гнезд, возможно, эта курица бы и съела бы яйцо. Смотрите. Возможно, она бы и съела. А так она достать их не может из яйцеприемника. Ну, вот не дает покоя яйцо ей. Давай я заберу. Петь, что, молодцы твои курочки? Молодцы. Вот сколько яиц принесли мне мои курочки. Проверяю, в гнездах ничего больше нет. Вот эту пыль нужно просто протереть. И все, и гнезда чистые. Вот столько получилось яиц от моих старых кур. Это вот все мои курочки. Вот такие старые курочки. Здесь разновозрастные куры. И 4 года, и 3 года. Вот такие они, красотки. Вот это все мои курочки. А теперь идемте к молодым курочкам, к молодкам, вот этим курочкам, и посмотрим, что они нам снесли. Так, заходим и смотрим, что нам снесли молодки. Так, в верхнем гнезде у нас 4 яйца. 4 яйца. Вот такие, 3 таких. И одно вот такое. Так, это резиновое. Остается первое гнездо снизу. Сколько здесь яиц? 5 штук. Что-то грязноватые, дождь был, вот почему такие гнезда. Вот видите, лапы были грязные, и с грязными лапами в гнездо. Так, в следующем гнезде у нас вот такие красивые цветные яйца. Ой, какие они красивые. Так. И
это у нас резиновое яйцо. Оно остается. Так, спущу вниз, чтобы можно было посмотреть, что вот тут вот нам принесли эти два гнезда. Так, смотрим. Так, так как у нас здесь солома, то солома, естественно, и сюда скатывается. Так, а здесь я вижу, два яйца есть. Так. Еще одно. Так, ну, а эта солома, ну, солома пусть пока остается здесь. Она, в принципе, тут не мешает. Так, и, конечно же, смотрим в подстилке. Так, ну, в подстилке, естественно, есть вот эти оливковые, голубые или зеленые яйца. Не знаю, какого они цвета. Так, ведро подниму сюда и буду доставать их сейчас. Практически одной рукой у меня снимаются насесты. Одной рукой с кронштейна можно снять. И спокойно могу теперь идти забирать эти яйца. Так. И забираю эти яйца. Ну вот смотрите, это несет яйца одна и та же курица. И цвет яйца немножко разный. Одно более такое ярче к голубому, а второе светлое. Но это несет одна курочка такие яйца. Так, в курятнике я все яйца собрала. И теперь мне осталось, вот у меня столько получилось. И теперь мне еще нужно сходить в теплицу и собрать там яйца. Если помните, 4 старые курочки чубатые я посадила петуху Марану в теплицу. И теперь идемте заберем там яйца. В теплице из поликарбоната, потому что меня спрашивали, чем покрыта эта теплица. У меня сидят переделанная вся площадь теплицы на два участка. В одной половине сидит петух Маран с курочкой Марана. И к ним я добавила 4 вот такие чубатые курочки. Для того, чтобы получить хорошее яйцо. А во второй части этой теплицы сидят шелковые курочки, 2 петушка и 3 курочки. Так, и тут я сейчас соберу яйца. Посмотрим. Так, здесь у нас 2 яйца. Это от моих курочек. Вот таких. Судя по яйцу, это 2 разные курицы несли. Ну и почему-то больше яиц нет. И курицы Марана тоже яиц нет. Может быть, она стрессанула, потому что я ей посадила 4 еще курочки. Может еще и такое быть. И, как вы помните, я еще поставила вот такое металлическое гнездо. На всякий случай, может быть, кого-то и заинтересует. Кстати, как мы делали это гнездо, я поставлю здесь небольшую вверху ссылочку. Можете посмотреть, как можно сделать такое гнездо с яйцеприемником просто вот на одну ячейку. Просто одно гнездо. Вот, у него есть выдвижная полочка, и вот здесь скапливаются яйца. И вот здесь скапливаются яйца, смотрите. 2 яйца снесла какая-то курочка.
Вот, они вот такие припыленные, потому что там подстилка, песок, земля. Естественно, они вот такие и получаются пыльные. Вот такие два яйца. Но кто, какая курочка из них снесла, я, естественно, этого не знаю. Но самое главное, что эти яйца у нас целые и целости и сохранности. И никакие ни коты и ни куры их не съели. Вот это самая главная цель вот этого гнезда с вот такой вот полочкой внизу, куда скапливаются снесенные яйца вот на такую вот платформу. Она просто вот так задвигается, и вот такая платформа для входа в нее дополнительно сделана. Можно эту платформу не делать, просто будет вот стоять такая коробочка, вот такой ящичек, и с такой вот полочкой, вот. И вот с такой полочкой, куда скапливаются яйца. Она просто выдвигается, как полочка в тумбочке, скажем так. Спасибо за совет. Это, естественно, зрители мне подсказали. Поставьте сюда гнездо. У вас же есть металлическое гнездо с яйцеприемником. И вот смотрите, уже два яйца и убереглись. Сейчас будет или яйцо будет, или же курица просто ищет свои яйца. Да, скорее всего, она ищет свои яйца, которые я забрала. Все, ну вот такое вот ведро у меня получилось яиц. Грязные немного, но зато целые, не съеденные котами. И чуть не забыла, у нас же еще шелковые есть. Сейчас обойдем вокруг теплицу и зайдем и у них посмотрим, что у них есть там. Это очень удобно и для посадок, когда теплица имеет два входа. Потому что я их летом открываю оба, и получается очень хорошее проветривание в теплице растений. Вот такой красавец петушок. А у шелковых одно яйцо. Одно. И, скорее всего, это вот этой серенькой пушиночки. И, скорее всего, это вот этой вот курочки серенькой. Вот этой серенькой курочки, скорее всего, это яйцо. Она несется, это точно. Вот такое яичко ее. Оно такое чуть-чуть кремовое. Чуть-чуть кремовое такое яйцо. Меня спрашивали, какие крылья у шелковой. Тоже состоят из пуха. Ну вот смотрите, какое крыло. Оно как бы больше пуха, но перо присутствует. Несколько перьев грубых есть. Вот они вот в таком виде. Вот видите? Вот такие перья. А в основном совершенно верно. Перо шелковой курочки состоит из пуха. Вот такое вот оно пушистое-пушистое. Вот такое перо, крыло, вот такое крыло у шелковых кур. В основном оно состоит из пуха, но пару перьев есть.
Очень они мне нравятся, очень они красивые, мягкие. Просто антистресс. Куры антистресс. Вот так выглядит наша пушинка в теплице. Потому что после ночи конденсат. И вот так намокает у нее чубчик. Но все равно она красотка. А это во второй теплице. У меня сидят два араукана и поместная курочка с амирауканом. Это я к ним зашла показать им яйца, какие надо нести. А то что-то яиц тут нет пока. Вот и он, наш герой. Что, яиц нету? Вот так. Спит рядом с вольером, где были куры Марана и шелковые. А сейчас здесь вот этот петух. И вот такая курочка. А я каждый раз приезжаю и проверяю. Может быть, эта курочка уже начала нестись. Сейчас опять пойду посмотрю. Марс, можешь не вставать, не вставай. Давай, иди в свой дом. Нечего здесь лежать.
лежит и ждет яйца. Я проверила, яиц пока нет. Даже если они и будут, то Марс быстренько знает, что с ними делать. Пока не вижу. Хотя уже эта курочка давным-давно должна нестись. Но так как здесь наш герой, то от него яйца никуда не денутся. Ha ha ha!